И к другим темам. В России насчитывается больше 700 тысяч безработных. В Междуреченске ищут работу больше 1000 горожан. Есть ли для них вакансии? Подробнее в следующем сюжете. У Александра Тарасюка есть основное место работы. В центр занятости он пришел в поисках дополнительного дохода. Отмечает, выбрать есть из чего. В этом центре занятости достаточно вакансий. Я еще, например, шахтовые вакансии, ну еще северные вакансии, на север, вахтовым методом. Если будет желание, можно будет найти работу. А если желания нет, не найдешь никогда. Сегодня в Междуреченске зарегистрировано 1207 безработных. Ситуация на рынке труда стабильная. Уровень безработицы составляет 2,2%. Работа есть для каждого. По итогам 9 месяцев у нас составляет 1072 вакансии. Это 1,3% составляет напряженности на рынке труда. Что это значит? Одну вакансию на одного безработного. Поэтому любой, кто состоит у нас в центре занятости, имеет возможность при желании найти работу. В банке вакансий может не быть желаемой работы для человека. Тогда специалисты центра занятости предлагают помощь в профориентации, обучении. Если рассмотреть вариант такой, ищите работу инженера. На данный момент ее нет. Можно воспользоваться либо какой-то, либо другой работой временно, пока будем искать работу непосредственно ту, которую хочет безработный. Требуются водители категории С для работы на разрезах, трактористы, бульдозеристы. Необходимы люди в розничную торговлю, как продавцы, так и управленцы. В кадрах нуждаются медицинские учреждения. В центре занятости готовы помочь всем найти работу. И официально безработным, и тем, кто желает сменить сферу деятельности. Дарья Гречанникова, Михаил Чеканов, Новости Плюс.